Карелия. Регион, чарующий своей красотой и спокойствием. Армянская сейчас. Двигайся туда. Да. Эва, тебе нравится? Да. Мне правда очень здорово. Я люблю вообще кататься так. По какому озеру мы плаваем? По Ладожскому. Нифига себе. Ну а ты как думал? Респект. Отель «Дача Винтера» находится в одном из красивейших мест Карелии. Отель создан для семейного отдыха, классический скандинавский дизайн в интерьерах гармонично сочетается с красотой карельской природы. Окруженный спускающимся к Ладоге хвойным лесом парк «Отель «Дача Винтера» воплощает все, чего вы ждете от идеального отдыха. На пути этого разлома у нас самая большая глубина – 230 метров. Это почти морские глубины. А потом вообще у нас тут порядка 47 метров средняя глубина. Здесь порядка 30 метров. Конечно, нет, это более холодные берега. Так и скажем.
выйдем от этого лада. Дальше нам рассказывали все точно. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Сусан, завтра с парашютом прыгаем. Чего? Чего? Я говорю, Сусан, мы же... Я говорю, мы же больше прожираем. Я не понял. Она нам пригласила, я говорю, Сам, мы же больше прожираем. Поплыли. Ой, я и говорю, что больше. Че? Закрыться можно будет. Смотри, какие волны, Эва. Ты смотри, какие волны сильные. Я тоже об этом подумала. Сала, ты не хотела зиплайн. Не бойся, Су. Уф, в горы пойдем. Давай, держу, держу, ух, держу. Все нормально, нормально. Ромик, со мной в палатку сюда пойдешь? Почему? Я пойду, пап, я всегда мечтала с палаткой поспать. Давай, поехали. Давай, Лена, спасибо. Ой, спасибо, я, Лен. Прыгает. А мастер пивом прости, все погибло молодости. Лучше не было давно, я пробиваю по. Поедете со мной сюда с палаткой? Нет, я
я не готова жить в палатке. Я на сколько, пап? По камням, поэтому, на сколько, пап? Ну тогда мы с Леонкой сюда, с палаткой. Окей, на 2-3 дня. Мы с мамой в Питере. Давайте выше поднимемся. Вау, прикольно. Я к тому же. Мама потеряется. Ой. Мы поднялись. Круто, да? Да. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. Это ягель. Его есть можно. Эва, будешь со мной ягель? Что? Ягель будем? Да, свиная гостиная, значит, сюда. Она там рядом, по-моему, свиная гостиная, если не ошибаюсь. Уф, а как сегодня покаталась? Хорошо? Отлично. На камере, на этом. Бегущая по волнам. Ой, мое мнение, на самом деле, положительное. Так. Мне очень понравилось. Ага. Я вообще, на самом деле, люблю вот что-то вот такое, такое вот все. Знаете, когда вот прям типа вот... зиплайн, да? Нет, кстати, вот, хотела сказать, нет, я люблю что-нибудь такое, там, типа, на волнах, там, туда-сюда, там, на машине, что-то там, ту-ру-ду-ду-ду, но не на воздухе, вот, на воздухе вообще такого не люблю, даже когда самолет, знаете, вот так вот чуть-чуть делает, я такой, что это, поэтому нет, только на земле, ну, или на воде, потому что я плаваю хорошо, а земля, как бы, я ее чувствую, а наверху ничего не сделать. Кукуся, тебе понравилось сегодняшнее приключение? Очень. Очень? Друзья, едем из Сартовалы, заехали до Приозерск поужинать, потому что ночью по пробкам приедем в Питер, и там нормального ресторана ночью не найти с едой. Заехали в точка на карте, пока готовят еду, потому что полная посадка, медленно делают еду. Мы сейчас погуляем по берегу Ладоги. Что
Папочка, сколько можно, господи! Ой, ой, ой! Бежим отсюда, бежим быстрее, бежим! Тут просто болото какое-то. Не пойдем мы больше туда. Подожди, сколько у тебя много. Я тоже очень много. Может, потрясающие пляжи Ладоги. Да? Тут можно арендовать эту беседку. А где качельки? Вон качельки. Бегом, бегом. Мне кажется, мне про тараканчик ничего не говорит. I tried so hard and got so far.